Пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать масочный режим. Вы слушаете радио «Метро». Новости. Новосибирцы смогут записаться на прививку от коронавируса. Достаточно оставить заявку на вакцинацию на портале госуслуг. Право на прививку теперь имеют не только врачи, учителя, военные, соцработники, но и все желающие. Новый парк создадут в Дзержинском районе. Уголок природы в границах улиц Адриена Лежина и Комбинатской сохранят и благоустроят. Во вторник в Малом зале администрации Дзержинского района состоится общественное обсуждение дизайн-проекта и предложений.